Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», ефірі програма «Позиція». Настільки ефективною є на сьогодні блокада Криму і, зрештою, чого очікувати далі? Тобто, що ми можемо бачити в продовження? Про це ми будемо говорити в нашій студії з експертом з економічних питань Юрієм Смілянським. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Для початку я хочу процитувати ваші слова. Економічна блокада Криму і скасування деяких законів – шлях до його повернення. Ви дійсно вірите в те, що саме завдяки блокаді Криму і постійній, скажімо так, підтримуванні цієї блокади можна досягнути, що Крим повернеться в Україну? Ну, слово «блокада», наверное, просто используется, чтобы быть более доходчивой и жестко звучащей. На самом деле, та акция, которая проводится, если говорить академическим языком, то это эмбарго. То есть эмбарго, вводимое для конкретной территории на ограничение поставок там, товаров, сырья, ресурсов и так далее. Само эмбарго, да, собственно говоря, как и блокада, Крым не повернет. А вот создать инструмент влияния, с помощью которого можно работать над созданием условий будущему возвращению деоккупации Крыма и его реинтеграции обратно в Украину, да, это возможный путь. Зараз про які механізми ви кажете, створити для того, щоб про це говорили? На якому рівні може вестись розмова? Якщо ми от створюємо такий певний тиск, от нарешті можна сказати, це вже називають конкретними санкціями України щодо Росії. Це так і є. Можна відносити саме це до такого розряду, але от, тобто ми реально уже можем теперь говорить напрямую с Россией и про Крым, и про Донбасс. Совершенно, вы все правильно понимаете. То есть это инструмент, который наше политическое руководство может использовать в будущем в процессе дипломатических переговоров по, ну, в первую очередь, по достижению там, первичных результатов, которые будут говорить о соблюдении прав человека на оккупированной территории. Да? То есть продолжают убивать людей, люди похищаются, вдруг потом оказывается, что на них заводятся уголовные дела за деяния, которые никакого отношения к Российской Федерации не имеют, а в Украине эти действия не подсудны. Да? Идет запугивание населения, создается информационный аквариум для крымчан, чтобы они меньше могли получать информации нероссийского производства и так далее. Не допускаются международные наблюдатели, которые бы отслеживали реальное соблюдение прав человека в Крыму. Вот это все первое действие, да? То есть понудить руководство страны-оккупанта изменить свою политику в этом плане на территории Крыма. Ведь с точки зрения международного права ответственность за качество жизни и обеспечение жителей, оказавшихся на оккупированной территории, лежит на стороне оккупанта. То есть фактически Украина, поставляя сегодня туда ресурсы, сырье, товары и так далее, выполняет работу российской власти. Ну, зрозуміло, для того, щоб відчув окупант і та влада, яка сьогодні себе називає владою Криму, щоб дійсно відчули ефект від цієї блокади, має пройти, ну, певно, якийсь час. І, зрештою, ця блокада має бути системною. Чи є на сьогодні от таке стратегічне бачення такої блокади? Ви, як людина з Криму, напевно, знаєте, що там на сьогодні відбувається. Чи відчули уже цей ефект? І коли він може бути, як економіст, ви прораховували? Ну, во-первых, наша организация «Майдан закордонных справ» еще в конце ноября, в декабре прошлого года мы презентовали свое видение того, как должны происходить процессы, которые могут создать условия по деоккупации и какие-то шаги по реинтеграции Крыма в Украину. Назвали мы это стратегией возвращения Крыма. И инструмент использования эмбарго мы тоже там предусматривали, как инструмент влияния. По срокам, ну, сроки зависят от наличия товарных запасов, которые сегодня сформированы в розничном оптовом звене, от возможности использовать Керченскую переправу для системных поставок. Но если исключается объем поставок с Украины, значит, этот объем поставок должен быть увеличен. Ну и с учетом еще тех запасов, которые имеются на армейских складах, том военной группировки, которая сегодня уже сформирована огромнейшая в Крыму. Если уже более четко говорить по срокам, мы просчитываем их от 2 недель до 2-3 месяцев. Когда эффект уже будет видчутным? Ну, какие-то
итоги или определенный эффект уже сегодня звучит. Кстати, акция еще не началась, они уже прозвучали. Поэтому, но эффект, который действительно уже такой более серьезный, это еще должно пройти хотя бы месяца два. Ну, может быть, месяц, когда первичные уже такие аналитические итоги можно будет подводить. Сейчас осень, в Керченском проливе начнутся шторма. А возникнет проблема, а если зима суровая, то и море замерзнет. Ну, тогда вот будет видно, а насколько в реалиях вот эти все браурные заявления псевдоруководства Крыма сегодня соответствуют действительно, насколько они автономны, насколько они независимы, насколько они врали крымчанам. А давайте тепер порахуємо резерви, як з українського, так і з російського боку. Якщо говорити про економічну блокаду, про що безпосередньо йдеться? Поки що ми маємо транспортну блокаду, тобто практично заблоковані це автошляхи, заблоковано сьогодні залізниця, і ну там перспективи ще й про море ніби згадується. Але от стосовно подальшої, от саме економічних можливостей блокувати Крим, які ще розглядаються варіанти? У нас залишився ще інструмент енергобезпечення. На сегодняшний день Украина, поставляя электроэнергию в Крым, фактически помогает оккупантам создать условия по минимизации зависимости Крымского полуострова от поставок электроэнергии с территории Украины. То есть, ну, по планам, насколько они будут реализованы, мы сегодня можем оценивать, предполагать, ну, по крайней мере, по планам. Энергетический кабель по дну Черного моря должен быть проложен к декабрю со стороны Кубани на Керчь. Но работы небы там ведутся уже. Вроде да, вроде как ведутся. Скорее всего, они его протянут. Под Севастополем началось строительство теплоэлектроцентрали. Еще одна площадка, где-то, наверное, может быть, в Симферопольском районе, где еще там они ее развернут. Ну, а зачем мы им помогаем? Вопрос. Ну, з іншого боку, ми стимулюємо, щоб вони швидше це робили. І настільки дійсно вони спроможні впоратися, якщо Україна певним чином, от десь на якомусь етапі, так як заявляється з жовтня місяця, може припинити або обмежити туди енергопостачання. Ну, його вже, на наш взгляд, його просто вже треба було відключити і все. Є договір, є зобов'язання певні України, які зав'язані поставками сьогодні вугілля і електрики в Донбас, наприклад, а вугілля на нашій теплоелектроцентралі. Знаєте, от як взагалі, якщо говорити як економіст, як ви... В економіці не буває повністю безвихідних ситуацій. Якщо шукати замінителі, їх завжди можна знайти. Якщо шукати. Якщо їх шукати. Вопрос в другому, так? Ставились ли эти цели и насколько серьезно. Пока что мы видим, что, к сожалению, проще списать все на проблемы, которые надо решать, на вынужденность, на необходимость, на вроде бы якобы проявляемую заботу о народе Украины, и под эту заботу просто точно так же покрыть свою бездеятельность, а может быть и свои коммерческие интересы. Якщо говорити про підтримку держави, ми поки що можемо сказати, що це все відбувається з мовчазної згоди. Тобто немає заборони і немає конкретної підтримки. Але постачання електрики в Крим – це вже не можна, якщо не буде відповідного рішення на відповідному рівні відповідних інституцій. Правильно? Зрозуміло, що тут вже мають бути задіяні зовсім інші інструменти. Чи є на сьогодні, наприклад, якісь чи ведуться перемовини стосовно того, як це зробити? Поки що єдина із заяв, яка прозвучала від профільного міністерства, це необхідність підвищення тарифів на електрику в Крим. Ну, тобто це лише перший крок? Як сьогодні говорять спеціалісти енергетичного ринку, ми поставляємо на територію Криму електроенергію на 10 копійок, наскільки я пам'ятаю, дешевле, ніж покупаємо. Тобто ми всі в убиток це робимо. Логіка. Опять, нелогічно. 3,42, по-моєму, сьогодні 3 гривні, 42 копійки кіловат-година. Да, вот. Другий момент. Сегодня утром уже прошла информация о том, что президент инициировал внесение в Верховную Раду, вернее, внесли уже, да, законопроект по отмене действий, норм действия закона о свободной экономической зоне Крым. Вот этот скандальный, который это все и породил, собственно говоря.
Если закон о свободной экономической зоне Крыма отменяется, а как тогда с электроэнергией? Ведь это оно, именно закон, не подвязки? Именно закон о свободной экономической зоне Крым обеспечивал в законодательном русле обеспечение сырьевое, ресурсное, товарное оккупированной территории. Он разрешал это делать, освобождал от налогов и так далее. А как сегодня? Если только будет этот закон отменен, а что тогда будет Министерство энергетики говорить? Да. А якщо от зараз моделювати ситуацію, закон скасовують, що далі? Ну, вообще это по логике должен быть принят или отдельный закон, описывающий особенности экономических отношений с оккупированными территориями. Причем, на наш взгляд, это уже в одном законе могли быть описаны и особенности, касаемые Крыма, и в отношении части оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Или же вносятся соответствующие изменения в закон о временно оккупированных территориях Украины. То есть это может быть или такой подход. То есть умовы, зобов'язання сторін прописуються? Да, что можно, чего нельзя, на каких условиях и так далее. Но сьогодні ми маємо закон про окуповані території, там це не прописано на сьогодні. Ізначально економічна составляюча з цього закону була ізята. Тобто воно тільки політичне, як політична заява більше. Так, це прозвучало більше як політичне заявлення і успокоєння, ну, свого роду сигнал для кримчан о том, що і потім ці заявлення звучали неоднократно. Что мы понимаем, в какую вы ситуацию попали. Да, вы остаетесь гражданами Украины. Не бойтесь получать паспорта граждан России, потому что это ваше выживание. Сохраняйте свои украинские паспорта. Мы продолжаем. Ну, по сути, это было для этого. А уже экономическую составляющую было принято решение прописать в отдельном законе. Но, к сожалению, вместо нормального закона появился закон СС. Который был чисто лоббистский, и, в общем-то, защищал интересы только определенной группы владельцев крупного капитала, у которых украинских, у которых были активы на оккупированной территории. Наскільки дійсно це може вдарити по Криму, якщо прораховувати саме економічний бік питання? Ну, ми скасовуємо закон, ми припиняємо, як на пільгових умовах, поставки на цю територію, діють зовсім інші механізми. Большой, средний, малый бизнес, розничный, оптовый, да, который поставлял украинские товары, продавал их на территории и потом уплачивал налоги оккупационному правительству, потому что перерегистрировались как резиденты. Перерегистрировавшись как резиденты Российской Федерации, попадали в налоговое поле России и уже налоги платили там по их закону. Это у нас все может, там все жестко. У нас они не платили, оскільки існувало закон про вільну економічну зону. Ну, и это вполне логично, потому что раз юрисдикция государства не распространяется на определенную территорию, каким образом государственная власть может организовать работу системы? Это нелогично. И то, что всех, кто проживает на оккупированной территории, освобождены от налогообложения, это логично, это правильно, по-другому быть не может. Ну, по сути, уплачивая налоги, человек покупает у государства благо специфические, которое произвести может только государство. Одно из этих благ – это защита границ, суверенитета и так далее. Если защита не смогла быть осуществлена, а за что налоги тогда? Тем людям, которые попали в оккупацию. Ведь, по сути, государство, ранее взимая с них налоги и формируя, да, институт, который должен произвести это благо защиты, со своей ролью не справилось. Значит, получается, государство эти люди переплатили уже. Да? Не то, что недоплатили, а переплатили. Ну, добре, тоді як це вдарить по українському бізнесу? Адже ми знаємо, там вже відпрацьовані схеми, які, скажімо, давали можливість заробляти українському бізнесу. Сверхприбуль, давайте добавимо. Надприбутки, дійсно так. Ударить потім в тому плані, що цих сверхприбулей не буде. Да? Причому сверхприбулей, з яких налоги ні в один рівень бюджетної системи України не платилось. В цьому смислі, да, ударить. В другом смысле это всего лишь будет понуждение перестроить свои предприятия на производство тех же товаров, но с учетом стандартов других рынков и переориентации их на другие рынки. Нас продолжают даже в 2015 году пугать
развалом экономики, от потери российского рынка. Ну, на 60% мы его уже потеряли. Экономика-то не развалилась. Да, у нее трудности. Да, сложно, тяжело. Ну что, разве только из-за потери российского рынка? Нет. Потому что не совсем адекватная внутренняя политика, там, налоговая, да, экономическая и так далее. Поэтому всего лишь, но при этом в разы выросли экспорт отдельных групп продовольственных товаров в Европу. Давайте, а є інші ще ринки, які совершенно не освоїли. Якщо про економічні ще важелі говорити, зрештою, от Крим на сьогодні, і от після того, як буде відмінено, що потрібно створити, аби от замісти товарну продукцію, яка поставлялася туди, і не створити гуманітарну катастрофу в Криму? Ну, зараз говорять багато про хаби, які можна створити на території Херсонської області, для того, щоб... писали об этом свої стратегії тоже, то есть, ну... Мы их называем узлы обмена. Собственно говоря, хаб – это и есть узел в переводе. На наш взгляд, такие узлы должны быть созданы. Это как раз узел, его даже больше можно назвать даже не узел обмена, а коммуникации. Потому что приезжая с оккупированной территории на территорию, которая находится под юрисдикцией государственной власти Украины, ну, если мы говорим о Крыме, это Херсонская область, вот человек приезжает туда, он может там приобрести необходимые для себя товары, лекарства, государственные услуги, например, по оформлению документов, которые необходимы. Ну, сегодня это осуществляется там в Троицком, в Херсоне. Это все может быть вынесено ближе. То есть создан комплекс, да, услуги медицинские какие-то, которые необходимы, ну, в первичном приближении, если это не клиника какая-то. Юридическую консультацию. Это целая инфраструктура, моя. Это инфраструктура, вот почему его так узел обмена и назвали. Для нашей государственной власти и для гражданского общества. Это коммуникация с людьми, которые живут на оккупированной территории. Это получение информации, это передача информации. Что для нас важливо також на сьогодні. Вот. И они бы действительно тогда давали вот этот эффект проявления заботы, реальной заботы, а не той надуманной, о которой сегодня очень много говорится. Но когда говорят, что надо туда все поставлять, мы этим проявляем заботу. Кому и о чем? Часть товаров идет, да, населению, часть оккупационной армии, часть уходит как вариант импортозамещения в Российскую Федерацию. А взагалі в цифрах можна назвати от реально, що ми можемо отримати, що ми можемо втратити, і взагалі наскільки постраждає Крим, якщо перевести от всі наші слова на сьогодні в цифри? Ну, наскільки пострадає Крим? Крим який? Ми говоримо о населенні или об окупаційному правительстві? Ну, зрештою вже зрозуміло, що енергетика і все, що поставлялося туди, за інформацією, яка на сьогодні є, воно не все залишалося в Криму. Якщо про енергетику, то вона більше для військових частин, бо там засередження. В першу чергу, да, вони найбільші потребителі, скажімо так. Вот. Найбільше енергозатратні вони. Перше, що отримує Україна? Вона робить Крим більш, гораздо більш дорогим удовольствием для країни-окупанта. Тому що все, що сьогодні Крым не будет недополучать из Украины, это будут вынуждены как-то компенсировать. Значит, тогда должны или увеличиться количество паромных рейсов. Это дополнительные денежные затраты. Обеспечить электроэнергию, но если кабеля нет, или не хватит того объема тока, который будет передаваться, значит, это дизель-генераторы, значит, это топливо. Значит, эти дизель-генераторы надо привезти. Это тоже дополнительные затраты и очень немаленькие. Стройматериалы. Вот сегодня, когда ввозятся в Крым стройматериалы из Украины, они в первую очередь идут куда? На создание на продолжение развития инфраструктуры военной базы. Значит, тогда эти стройматериалы опять надо возить морем. Это еще будет дороже. То есть фактически мы действительно тогда сможем добиться того, что Крым станет... Он и так сегодня одно из самых дорогих удовольствий для Российской Федерации. 4 миллиарда обходится в рік на сегодня России. Ну, она не такую цифру называет. Да, а так он станет еще дороже. Мы можем говорить о том, что фактически эта цифра может даже удвоиться. Хватит ресурса у оккупанта. Вот тогда как раз и тот инструмент переговорного процесса. Как быть?
якщо говорити про ефективність цього механізму, як він повинен бути структурований? Механізм мається на увазі блокади. От якщо як структурно має виглядати подальша блокада або продовження такої блокади? Ну, взагалі, це приймається. Тобто поетапно ми збільшуємо тиск? Принимается соответствующее решение и, ну, давайте назовем ее так, точка обнуления. Перестает поставляться что-либо вообще. Но создаются вот эти узлы обмена, на которых проявляется забота о гражданах нашей страны. И на правовом уровне мы защищаем свою позицию, то есть, відповідно, законодавчий супровід має проводитися. Ну да. Ну, учитывая, что мы не вступаем в противоречие с международным правом, мы просто должны в этом условии это все прописать в нашем действующем законодательстве. В общем-то, перечень законодательных актов, которые, на наш взгляд, необходимо было принять в целом по создание условий по деоккупации и будущей реинтеграции Крыма, мы предлагали, и, в общем-то, они были приняты на комитетских слушаниях, которые в мае проходили в комитете по госполитике и местному самоуправлению. Они были вынесены в рекомендации комитета и должны были быть уже рассмотрены на общепарламентских слушаниях. Ну, вот хотелось бы все-таки, чтобы они проходили не под дату начала оккупации. Это такой интересный подход, вызывающий. А вот дивіться, ви, напевно, знаєте, що зараз готуються відповідні законодавчі пропозиції стосовно того, щоб в правове поле ввести блокаду, блокаду Криму, і навіть пропонують розповсюдити або таку практику застосувати ще й до Донбасу. От загалом, ну, тобто практично до тих територій, які на сьогодні тимчасово окуповані. Ну, в общем-то, тут, якщо ми говоримо по Криму, то тут особо нічого і видумувати не треба. Первое, отменить закон о свободе, то, о чем мы уже сегодня с вами говорили, да? Надо отменить закон о свободной экономической зоне. И этого будет достаточно для того, чтобы зафиксировать статус-кво. Это вот эта точка обнуления. Все. Раз там нет свободной экономической зоны, вопрос, на каком основании вообще что-либо туда поступает. Это оккупированная территория. Но определить механизмы взаимоотношений, то есть если даже создаются узлы обмена, ну, на законодательном уровне должно быть описано в каком-то либо или законодательном, или подзаконном акте, каким образом это должно осуществляться. То есть, допустим, даже перечень норм, сколько можно вывести. Да, там, тобто, ну, правила мають все-таки бути зафіксовані на законодавчому полі? В обов'язковому порядку правила повинні бути зафіксовані. Щодо Донбасу буде складніше, територія зовсім більше і... Ну, там просто лінія фронту длиннее, але це не означає, що по всій длині лінії фронту теж цього не можна зробити. Там складніше, тому що на сьогоднішній день вона активна. Якщо бойові дії прекращаються, ну, в общем... Тобто практично ви підтримуєте таку практику, єдине, що трошки в іншому варіанті і форматі. Ну, учитывая особенности, которые там сложились, ведь мы уже признали, что часть территории Луганской и Донецкой областей тоже оккупированы. А значит, отношения то же самое. Зрештою, от така економічна блокада, ефект від неї буде. Принаймні, ви в це вірите. Да, мы в это верим. Експерт з економічних питань Юрій Смілянський був гостем нашої студії. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Нашим глядачам дякую за увагу, дякую за довіру. До побачення.